Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей», в студии Игорь Камешков. Здравствуйте. В начале выпуска о коммунальной аварии. Сегодня утром было значительно затруднено движение по улице Пугачева в районе Олимпийского дома. Произошел порыв на канализационных сетях. Экстренные службы вскрыли дорожное полотно и приступили к поиску аварийного участка трубы. Помощь в ликвидации последствий порыва аварийной службы водоканала оказали кунгурские спасатели. По словам специалистов, авария произошла еще поздним вечером, благо отключение водоснабжения в близлежащих с местом аварии домах удалось избежать, а вот водителям пассажирских автобусов и легковых авто пришлось лавировать на ограниченном участке маршрута. Повреждение участка трубы обнаружено. Сейчас мы сбрасываем сточные воды, которые линия самотечная, которая стояла на подпоре, чтобы продолжить работу. В планах у нас, значит, приступить к устранению повреждения на участке трубы примерно в 10 вечера. Если будет получаться, значит, приступим к работе раньше. К вечеру движение на участке дороги по улице Пугачева было восстановлено. Последствия аварии устранены.